Национальное агентство по разминированию освобожденных земель продолжает осуществлять работы по разминированию. Съемочная группа CBC отправилась в город Агдам, чтобы ознакомиться с процессом по разминированию наших земель. На прямой связи со студией моя коллега Альбина Абдурахманова. Альбина, здравствуй. Как проходит ваша поездка? Здравствуй, Эльнара. У нас поездка проходит нормально. Я знаю, что сейчас в Баку, в нашем городе ветров, бушует просто ветер, а здесь вот как бы ветра нет. И мы находимся вот в Агдамском районе Азербайджана, как ты отметила, и находимся мы тут в рамках медиатура, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Как вам известно, Эльнара, на освобожденных территориях сейчас полным ходом продолжаются восстановительные работы, однако значительно затягивать этот процесс реконструкции – это мины, которые заложила Армения за 30 лет оккупации. И как раз сегодня мы здесь станем свидетелями того, как группа пиротехников и саперов из службы спасения особого риска МЧС Азербайджана очищает от мин и не разорвавшихся боеприпасов прилегающие к водохранилищу Хачинчай территории, а также правый и левый берег бетонного растительного канала, ведущего из водохранилища. Работы по обезвреживанию, хотелось бы отметить, что начались на этой территории 16 июля и продолжаются по сей день. Также хотелось бы особо подчеркнуть, что члены группы саперов и пиротехников МЧС прошли соответствующий курс в вооруженных силах Турции и получили сертификаты международного уровня. Также хотел отметить, что некоторые населенные пункты Агдамского, а также Физулинского районов Азербайджана уже были очищены по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Также хотелось бы напомнить, Эльнара, что после окончания 44-дневной Отечественной войны Армения долгое время отказывалась предоставлять карты минных полей. И только 12 июля, как нам известно, в ответ на предоставление Ереваном карт заминированных территорий в Агдамском районе с 97 тысячами противотанковых и противопехотных мин на азербайджано-грузинской границе Армении были переданы 15 задержанных армян, а именно диверсантов, задержанных уже после окончания Второй Карабахской войны. Эльнара, у меня пока на этом все. Я буду и дальше подключаться к нашим эфирам по мере поступления новой информации в студию. Будем ждать. Спасибо, Альбина. О процессе разминирования освобожденных территорий от мин и не разорвавшихся боеприпасов рассказала моя коллега Альбина Абдурахманова. Она подключалась к нам по телефонной связи из освобожденного города Агдам.